Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня играет слот против складов. Так, двойка, сольник, еще двойка где-то падает там вроде как. Так, ну а я как всегда падаю вниз. Так, чел рядышком бегает. О, скрылька, неплохо. Это по мне? О, вижу чела. Че он там стоит? Блин. И жалко патроны тратить на него. Так, у меня в ангаре чел. Ангар запушим для начала. Так, ангар, значит, никого. Значит, убежал с ангара. Так, есть ног. Это передо мной тип. А, вижу. Это сольник вообще был. Так, куда ты побежал, молодой? Братан, а ты чё? Так, откуда у меня 3 килла уже? А, это его тиммейт, видимо, был. Так, у меня в ангаре чел. Так, мы делаем вот так вот сразу же, закидочку. Так, два типа. Стоит, не чекает. Все. Я так понимаю, что все. Ларьку где-то вызвали у меня в упоре прямо. О, топ-эмочка. Так, у меня где-то в упоре вызвали флайер, и вроде как сзади у меня еще кто-то ходил. Нам, может быть, показалось, но вроде кого-то видел. Так, а где в упоре вызвали? А, это три ангара. Да, три ангара вызвали флайерку. Надо к ангарам двигаться. Получается. Да, во, стреляется. Или это боты? Ладно, давайте билку прокинем на всякий случай. Может быть, челы просто байтят, вдвоем сидят. А, не, ну это... Это боты явно. Или чел. Он странно двигается. Чел или бот? Где-то у меня в упоре. А, ну это бот, видимо. О, там миник стреляется на ангарах. Блин, тачка нужна. Вот на тачке подлететь туда как-нибудь. А тачки нет. Еще, кстати, верхний Казахстан, я так понимаю, чел, потому что там стреляет по ангару. Может быть, сейчас типы побегут пушить? Или поедут пушить? А, да, едут пушить, отлично. Все, челики там врываются уже. Что-то у них какие-то жесткие ротации. Ботинок. Блин, надо к этим челикам бежать, получается. Так. Чего? Моего добили? Ты еще кто такой? Подожди, он двоих моих добил, получается. Которых я хотел запушить. Так, считай, я нифига не понял. А нет, есть, есть чел. Чел есть. Подожди, а кто это по мне стрелял? Так, есть сольник, отлично. Блин,
Батур. Ой, 8 микс у него есть. Может быть, чел из города побегут? Я просто вообще не понимаю, где они. Сколько их? Вроде там не один, там вроде несколько их. Ой, Мосинка есть, отлично. Мосинку берем. По идее, с этих скидкатов. Но я там никого не вижу. И как-то они все там успокоились, я смотрю. Уже не стреляется. Давайте подъедем. Я хз. Просто подъедем к ним. Кстати, а где дроп? Где-то же здесь дроп упал. Что-то я не понял. Да ё-моё, что? О, стреляется. Подожди, а откуда? Со свечки? Что-то не понял. 5-0 информации. Вот кто-то думал поставить эти штуки, блин. Колеса пробил себе. А, дроп вообще наверху находится. Понял. Так, но у меня есть хаешки. Сейчас попытаемся хаешками сбросить дроп. О, стреляет. Откуда? Свечка, вроде никого нет. Этот дом получается. Последняя хаешка осталась. Блин, я не понимаю. Ну потапай ты по мне, потапай. О, решил позажимать. А, он где-то... Все, я понял, где он. Он, получается, где-то внизу находится, возле домика какого-то. То есть, не где-то там на этаже. А, все, вижу его. Блин, сейчас бы хаешечку. Давай, выгляни, выгляни, выгляни. Все отлично. А где его тиммейт, непонятно. Так, хаешки. Сколько хаешек? Одна хаешка есть. Одна хаешка, этого мало. Этого очень мало. Блин, ну я хочу этот дроп залутать очень сильно. Но с одной хаешкой тут, конечно, каши не сваришь, потому что вряд ли он скинется за одну хаешку. Да, тут нужно больше хаешек. Блин, все хаешки потратил просто. Просто в тупую все хаешки. Если у челов нет хаешек, то это габелло. А у них, походу, нет. Да, тут хаешек вообще нема. Ладно, короче, поехали. Не судьба этот дроп залутать. Там нужно еще минимум 3-4 хаешки, чтобы скинуть его. Лучше пойдем выбьем новый дроп. Или залутаем какой-нибудь обычный. Сейчас дачу возьму обязательно. Так. А, так, кстати, рядышком падает лайерка. Прям очень близко. Прям очень близко. Это... Блин, где это падает? Это на той точке падает. Так. Повезло, повезло. Бот, ну ты-то хотя бы не души. А, мой дотек, отлично. Все, их закрыли, получается. Так, а что это за УАЗик там? Так, есть ног. Так, а где ребята? Так, баги вижу. Надо им баги пробить колеса. Чтоб не уехали.
Господи. Так, это в соло. Это он разве приехал? Так, нужно, пожалуй, отойти отсюда, потому что он нокнулся. МКшники, ё-моё, нифига он мне оставил хп просто на краполях. Хорошо, что успел отхилиться. Просто жесть. Сейчас посмотрим, мне кажется, это еще не все. Мне кажется, там еще челы есть. Хотя он, конечно, в соло бежал, пушил. Не факт, что еще кто-то есть. Так, но у него МКшка, значит, авика нет. Но он нокнулся. О, берил есть. Все, берил эту тему. МКшку не хочу брать, МКшка чуть не особо мне нравится. Там патронов мало. Когда фуллстак тебя бежит пушить, тяжело как-то это... Ну, что-то сделать. С одной МКшкой. Но мне кажется, здесь уже никого нет. Мне кажется, это он запустил флэрку. Он меня просто объехал. Да, тут МК... этот, не МКшка. Костюм скинул он. А здесь никого больше нет. Но он нокнулся, кстати. Куда дальше поедем? Может быть, починки? Давайте починки посмотрим. Где-то дроп обычный падал рядышком. Так, починки, починки, починки. Починки, походу, никого, да? Да, починки никого. О, здесь дача стоит, подожди-ка. А что здесь дача делает? Ну, вроде никого, просто дача стоит. Странно. Ну, давайте на обычный дроп скатаемся. Я бы, конечно, грозу бы забрал. Грозу бы я пощупал. Кстати, я не понял, а что у него было вторым оружием у этого чела? Там у него МКшка, а второе оружие еще было. Ну, второе оружие берил, соответственно, а из дропа. В дропе непонятно, что было еще. Так, где дроп? Четко. Здесь аук. На аук неинтересно. Аук интересно, когда у тебя нет СВшки. А так у него урон сильно маленький. Это мне так интересно. Ну, по сравнению... О, челы! Нормально. Просто по полю бежали. О, здесь пулик есть. Не, ну пули как бы тут вообще, тут как бы... Тут как бы все, пулик это топ, 100%. Нормально. Не ожидал я, конечно, увидеть трех типов в поле просто бегущих. Опа. Подожди, я думал, мне показалось. А, она покашет. Блин, у меня сковородки нет. Все. Как бы... Чувак просто вылетел. Была бы сковородочка, можно было бы сковородку в него кинуть. Это что такое? А, это... А, ну, понятно. Все понял. Так, ну и ласт чел, где его искать? А, слушайте, я же могу просто заехать сюда. И просто полетать. Правильно же? И просто могу полетать и поискать чела. Во, хорошая идея. Че я сразу-то об этом не подумал. Так, сесть и полетели. Ищем, ищем, ищем. Внимательно ищем. Где последний чел? Где ты прячешься? Блин, вообще непонятно. Слушайте, тогда я займу, пожалуй, самую топовую позицию. Которая может быть здесь, в принципе. Сейчас я так и сделаю. Так, давайте проверим на всякий случай. Может быть, где-то сидит просто. Нет, здесь никого. Короче, самая топовая позиция, показываю.
Лучше просто быть не может. Смотрите. Короче, главное, что появился парашют, потому что его нет до сих пор. О, появился парашют. Так, раскрываем. Вот, самая топовая позиция, это вот здесь. Вот здесь. Все, лучше просто позиции быть не может. Ты все просматриваешь абсолютно. Просто все. А, понял. Но зато позиции показал. 21 килл, 3000 дамаги. Я считаю, что неплохая каточка. Но это еще не все. Но это лишь разогрев перед следующей каткой. Поэтому обязательно прожимай лайк и поехали дальше. Так, ну что же, поехали дальше. Так. Чего? Сковородка в меня уже летит. Так, у меня где-то рядышком чел находится. Да, прямо у меня в опоре. Дарку выпустили. Зачем ты флайерк выпустил? Чего, как ты не нокаешься? По нему как-то странно урон проходит. Ну, вроде три типа падало. Да, еще бежит. А, у него третий броник был. Да, все понятно. Да, все понятно. Там... О, опять не прошел урон. Там просто маленькие кресты вылетают, я вообще ничего не понял. А, так это еще не все. Это явно бот. Да, это ботинок. Ну, вроде тройка падала со мной. Так, короче, калашик и дробашек. Блин, разлет был, получается, от... Вот такой вот был разлет. Походу, больше чем челов упали в новорепку все-таки. Ну, сейчас до тачку берем, поехали в новорепку. Да, общаги не воюют. Никого нет. А, нет, подожди, общаги есть. Да, это видео чела. Походу, общаги есть. По второму этажу пробегал тип. Вон. Сольник, видимо. А, это их тиммейт, возможно, кстати. Да, это их тиммейт, скорее всего. О, М24. Пойдет. Спасибо. Не, ну ты вообще красава, на самом деле. Залутался. Принес все, что нужно. Молодец. Одобряю. Мне даже лутаться не пришлось. Все, короче, поехали отсюда. Баги есть, есть. Все, поехали. Кстати, там, наверное, БРДМ прилетел. Если он воздух выпустил. Ладно, БРДМ не так интересен. Как баги. Тут патроны валяются. Да, там патроны валялись на дороге. А что они там делают? А, мост, челы. Они через мост уже поехали, с новорепки, видимо. Так, а куда они делись? Чего? Ой, 8x. А чё сейчас только что было? Что-то я не понял. Они, походу, кого-то убили, высадили. А тут я приехал, забрал ваш килл. Сори, мужики, сори, не специально. Поехали, короче, в зону куда-то. Посмотрим починки. Мильту посмотри, мильте должны быть челы тоже, в принципе. Да, мильты все открыты, кстати. Домики залутаны. Трупы валяются. А, есть, есть, есть. УАЗик. УАЗик проехал только что. Стопнулся. Там два типа. Есть, сынок. А вот в таких случаях СВшка реально решает. Просто в таких случаях это имбаланс. О, какая хаешка, алло! Какая хаешка? Я не хотел хаешку кидать. Да, у меня прям наверху чел находится.
А чё мне так телепортнуло, не понял? Так, там типчики поднимаются, я так понимаю. Куда вы сели, ребят? Подожди. Меня запалили? А откуда? А, это они прокинули, видимо. Так, подожди, а откуда? Что-то не вижу его. А, вижу, по-моему. Все, минус. Лежит, зажимает. Так, вижу один труп. А где второй труп? Это один труп, а где второй? Что-то не понял. Куда второй труп делся? Ладно, поехали отсюда. Здесь больше искать некого. 100%. Можно ехать. Может быть, общаги посмотрим? Так, здесь тоже все залутано. Здесь кто-нибудь есть? О, здесь челы, походу. Тачка стоит. Да, есть, есть, есть. И даже не один. Ой-ой-ой, агрессоры. Так, я, наверное, на горочку отъеду. Хотя не, я... А он бежит, меня пушит, что ли? Сейчас зачищет. Проверяйте. Электрошок есть. Давай, давай, давай. Есть, сказал же. Электрошок — это тема. Все, найс. Подожди, я не понял. Мне один килл пришел всего лишь? Алло! Подожди! Мне вроде один килл всего лишь пришел. Потом посмотрю. По-моему, один килл пришел. А почему? А за что? Надо пересмотреть потом момент. Но кажется, что вроде один. Странно. Так, общаги никого не было. Школа тоже вроде никого нет. О, чел есть. Есть, сюда, кильчик мой. Урон не прошел. А, не, прошел, прошел. Так, есть ног. О, сейчас урон не прошел, по-моему. Так, поехали, подъедем. Блин. Все, поехали. Так, а ты куда пополз, молодой? Иди сюда. Все, найс. Так, ну поехали в сторону починок теперь точно. Так, починки все залутаны. Да, все открыто. Дача стоит. Вроде никого нет. А, во, дроп упал. Вот туда нам надо. Хочу АВМ очень сильно. АВМ, Ульта 3, Масхалат. И вообще все по кайфу будет. Кстати, УАЗик стоит на горе. Давайте сейчас УАЗик закроем. Где-то передо мной вроде как УАЗик стоял. Где-то рядом челы, видимо. Да? Нет, никого нет. О, чел бежит. Блин. Он вроде в соло. Да, он где в соло был. О, берил. Спасибо за берил. Это, видимо, его УАЗик. Бенз закончился, и пешком пришлось бежать. Так, поехали на дроп. Нас ждет дроп, нас ждет АВМ и Пулта 3. Блин. И бенз закончился вовремя просто.
Очень вовремя. Подожди, а что там такое? О, это челы. Куда он побежал? А у него АВМ, у него авик есть. Найс. Да, авик, сюда мой хороший. Блин, авик это топ, ребят, просто. О, третий броник, третий рюкзак, то есть. Просто даже хз, если честно, куда ехать? Ноль понимания. Подожди-ка, а что это за УАЗик стоит? Блин, а у меня, кстати, третьей каски-то нет. Там челы как муравьи бегают. Прилег. Лежит. Так, там вроде не один. Да, тут три типа. И второй. Второй наверху. Подожди, а где он? Да, все, найс. А, так это нокнутый был, получается. Подожди, я вроде баги какую-то слышал. Вроде кто-то на баги приехал. Не знаю, может быть, мне показалось, но... Кто-то вроде приехал. Господи, я испугался. Так, мой дотек. Блин, этот звук страшный, что пипец. Где-то я слышал баги, вот прям отчетливо слышал. И типы тоже, получается, отползали. Их тиммейт вроде как приехал. Кстати, мой купол не раскрылся, по-моему. Почему? Почему-то не вижу. А, нет, звуки есть. Мне не могло показаться, я прям... А что за баги стоит? А, подожди. Только что кого-то убили, только что. А где и кого? Не понял. Так, я, пожалуй, пол Т3 сейчас заберу. А, вот он, челик. Короче, вот такая вот каточка. 24 килла, 3000 дамаги. Ну, я считаю, что неплохо, нормально. А с тебя лайкос обязательно. Обязательно подписывайся на канал, если еще не подписан. Колокольчик тоже очень важно. Колокольчик будет сообщать тебе обо всех новых роликах, обо всех новых стримах и так далее. Поэтому колокольчик тоже прожимай, чтобы не пропускать стримы, видео. Надеюсь, тебе понравилось видео. Спасибо еще раз за просмотр. Удачи тебе и пока-пока.